Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть GTA 4. Ну давайте вот у братишки возьмем задание какое-то. Что ты мне расскажешь, брат? Привет, брат. Дерьмо. Кто это? Я дерьмо. Сам дерьмо. Мэлори. И что с ней? Она мне нравится. Действительно нравится. Ну и хрен с тобой, ты чё? Монета, это к чему информация? Поможет? Нет. Так что, я думаю, видел ее автомобиль припаркован рядом с ее домом. Ну что, видел и видел. Ты знал? Я подозревал. Твою мать, ты знал? А что я должен был сказать? Ты знал, что моя тёлка с этим кабаном ничего не сделал? Да я не знал. Ты просто засранец. Фирменный предатель. Господи, да пошел ты нахрен, алкаш. Что тебе от меня надо? Понять не могу. Так, в баре. Сейчас пойдем разберемся. Сопли, кто-то как баба размазал. Вот сейчас придем и разберемся. Совсем. Ходит новый. Рывет. Блин. О, так мы к этому козлу едем. Наконец-то он... Да пиздеться. Блин. Подождите, так, подождите, мы не можем приступить к миссии, да? Или можем приступить к миссии? Погоди, Ника, тебе нужно получше это продумать. А, мы можем приступить к миссии. А, умники отстали. Оставайся снаружи, пока я все решу. Я все решу. Он много мне базарил. Зачем нужно жрать капусту, вот, если есть картошка? Если есть картошка. Сейчас тебя будет картошка. Я хотел кое-что с тобой перетереть. Николаша. Подальше от Мэлори. Говорил тебе держаться? Говори. Так. И теперь тебе жирный кабан морду бить будет. Будет или не будет? Смотри, блин, смотри. Эй, Влад, может мы просто поговорим об этом? Ни хрена. Меня должно быть подводит слух. Секунду назад я готов был поклясться, что какой-то колхозник указывает мне, что делать. Слышали это, парни? Да. А теперь вышвырните их отсюда. Ага, вот так вот, значит. Да ё-моё! Вот так. Это уже хорошо. Так, теперь где этот козёл? Давай. Садимся в машину. Сейчас мы ему... Нахрена чем? Сначала его забортовать надо. Влад уходит. Ну, вроде машина хорошая. Не должен уйти. Единственное, что она уже раздолбана. Давай, давай. Ты-то хоть не базарь там. Так, он вниз ушел, ага. Ну, ничего, ничего. Так. Сейчас мы... Блин. Ой, как я не люблю вот это. Так, вот сюда, 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 сюда. Так. Главное не застрять, главное не застрять. Ни в чем не врезаться. Итак. Блин. Надо вообще через черный ход. Блин, колеса ему... Он по-любому где-то должен... приземлиться, не должен же я его поехать и бортовать, или должен, или он должен остановиться где-то. Так, во, во, он остановился. Стоп, 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 вот он, вот он, я его вижу. You've killed yourself and your cousin. You're a dead man.
Я тебе только что плечо прострелил. Да? Думаешь, смерть не сойдет с рук? Так просто. Взяв руки пистолет, вы можете казнить определенного персонажа. Конечно. Заткнись. Ты много базарил. Все. Вот так вот. Я могу казнить, я казнил. Ты слишком много базарил. Все, братишка, ты свободен. Я тебе помог. Мы покойники. Нет, покойник он. У нас все в порядке. Вот у нас все в порядке. У него есть могущественные друзья. Очень серьезные люди. А у тебя есть я. Он пытался убить, преодолел твою подружку. Пердули твою подружку. Пердули, он помог и тебя еще. Так что не расстраивайся. Давай. Ой, опять угрызение совести тут устроил мне. Не хочешь, не ешь. Вали нахрен. Так. Что у нас здесь имеется? В определенных местах можно найти некоторое оружие. Вот здесь вот можно найти оружие где-нибудь? Ну, пожалуйста. У меня кончаются патроны, а магазина еще не нашел ни одного, который торговал бы оружием. Так. Ой, такси. Стой. Да, заткнись. Ну-ка, пошел нахрен отсюда. Квартира. Так, куда, чтобы ехать? Квартира. Да, поехали. Вот что я хотел. Ни хрена не делал, чтобы он меня вез. Так. Дополнительную плату, пробел, поторопиться, давай. Чтобы попросить водителя нажать, чтобы посмотреть вокруг, нажмите мышь, дополнительную плату, нажмите там. Пропустим поездку, чё я на неё не любовался. Вот так. Всё, Роман, ответить. Давай. Слышь меня, брат? Да, слышу, чё тебе надо? Никто, скорее сюда. Блин. Давай. Никого. Нет. Тихо. Блин, ни хрена себе. Никого нету. Хоть бы огляделся бы я сначала, что ли. О, подстава-то. Блинский. Да уйдите вы нахрен. Ой, он что, и гонится за мной еще. А где жирные, которые бегать-то не могут? Почему за мной бегут те, которые могут бежать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Давай, беги. Блин. Хрен убежишь еще. Беги. Я даже не знаю, куда бежать. Ладно. Сейчас я оторвусь от них и покажу вам, что было дальше. Итак, за мной уже вертолет и 3 звезды собрал. Но я добрался до Романа, и все прошло. Это недоработка. Ну ладно, они здесь. О чем ты вообще? Вылезай, дружище. Чувак, мне стрёмно, за мной следят. Я их видел, кого ты видел. Я вот в ментов стрелял. За мной гнались, меня хотели убить. А ты тут по помойкам прячешься. Заткнись нахрен. Трус. Сейчас мы все решим. Так. Ой-ой-ой-ой. Ой, это что за домик-то такой хороший? Это не за мной, нет? Что это, последствия? Ой, машина, смотрите, какая машина. Так. Мента-то нет? Блин, мою шапку как сбили, так и не хотят обратно-то одевать. Ну все. Что, у нас есть задание какое-то? История. Найти полицейскую машину. Найдите. Она где-то, кстати, недалеко должна быть. Ну, вот одна из машин. Вот так. Далеко идти не пришлось. Угоним эту. Опаньки. И все.
Да, Лжедмитрий, давай. Я достал полицейскую машину, что дальше? Грузовик едет по южному броку, останови его, перегони в тайник на Дюкс Драйв. Хорошо. Едем. Так, где у нас тут? Фургон, так, пока они не добрались до пунктов. Найдите и остановите фургоны, пока не добрались до пунктов назначения. Господи, ну что, все надо, что ли? Найдите. А где тут это включается-то? Где включается? Вот. Аж. Г. Вот так, это фургон. Припаркуйтесь и подойдите к окну водителя. Вот так. Сейчас подойдем к окну водителя. А то, что я в гражданском, его не смущает? Давай, выметайся. У меня ничего нет. Ничего нет, но я пошел тогда отсюда. Черт, убирайся отсюда. Ищем следующий автомобиль. Я так понимаю. Он будет последним. Блин. Ладно. Блин, вот сюда свернем. Давайте вот здесь посмотрим его. Внизу, один наверху. А, ну все правильно, вот он. Куда? Нету, я хотел нажать, нету. Иди, ну обратно нахрен. Давай, садись. Давай. Вот он. Грузовичок. Так. Покажи ты, что у тебя. Тоже ничего, да? Кенни Петрович. Ты пожалеешь об этом. Не видать тебе их. Вот так. Где второй? Убежал второй? Убежал. Так, садимся в машину. Едем. Или так, сначала нам надо от ментов отделаться. Хорошо. Пока их здесь нет, вырулим вот сюда. Так. Где я? Вот так. История, что мне показывают? Найдите, так, воспользуйтесь полицейским, так, сделайте так, чтобы полиция прекратила вас искать. Все понятно. Значит, я все правильно делаю. Все. Ой-ой-ой. Все, она перестала меня искать. В последний момент успел. И теперь мне надо отвезти грузовичок по назначенному адресу. Надо к себе домой везти, а не по назначенному адресу. И теперь бизнес и мой. Теперь мы с братом тут хреначимся. А-ля 90-е. Так, ладно. По кольцу проходим из внутреннего круга. Опаньки, вот так выворачиваем, нарушая все правила.
Именно так в Кургане учат водить. Именно так требует полиция. Чтобы всем наперекор, чтоб ошибки не были нахрен. Чтоб никто не сдал. Да. То ли от зависти, что других денег до хрена, то ли что. Итак. Ну на лапу я им не дам. Перебьются. Привыкли срать золотые унитазы. Так, едем. И вот. Мы уже близко, ой, помойная куча такая, помню, да. Где-то здесь это было. Какой хлам. Так, а вот здесь райончик-то, да, такой, ничего. Так, оставляем машину, выходим. Все. Дайте мне оружие, почему я хожу босиком? Сохранение данных. Фаустин. Ну ладно. Так, с ним все в порядке, немного напугал. Ну ты все сделал правильно, Михаил. Так, ладно. Следующая миссия. А ну пошел нахрен отсюда. Вот так. Машину мне. Едем. Так. А куда мне ехать? Ничего хорошего на ум не приходит. Давайте тогда позвоним. Кому звонить? Малыш Джекоб. Может, работенка есть? Занят. Перезвони. Хорошо. Меню, контакты. Так. Дмитрий. Что ты мне скажешь, подскажешь? Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию и Браскову. Так. Я сейчас не могу ответить. Понятно. Дмитрию. Кто мне работу даст? Hello. Привет, это Михаил Фаустин. Перезвоните. Так, понятно. Ладно. Будем ждать. Итак, Крама позвонил. Мы встретились так. А потом зашептали операционный, где грязи было больше, чем в том подвале. Так что дело. Вообще у меня спокойный голос. Так, ты что хотел? Нет, работу давай. Я малость под кайфом. Если получится, купишь мне подгузник для взрослых. Ты ради этого мне звонишь? Пошел нахрен. О, он буквально на горизонте. Едем к ней. Итак, мы приехали. Фаустину, Фестину, кто он там? Надеюсь, он даст нормальную работенку. Давайте, я слушаю. Привет, Нико. Заходи. Хорошо. Давай, что ты мне предложишь? Ой. Никогда не связывайтесь с наркотой. Никогда. Это затуманит твой рассудок. Конечно, станете идиотами. Сейчас не самый подходящий момент. Еще и бухает. Наркота бухать. Я дурак. Ну именно. Мы собираемся разобраться с тем парнем. Приходится на наркоше работать, какой... Господи, как это... Пропускаем. Так, отвезите Дмитрия в секс-шоп на Делавар Авеню. Ну, садись, поехали. Конечно. Отвезу, купишь себе там что-нибудь. Моя поездка будет не так интересна, поэтому давайте сразу до него телепортируемся. Итак, вот мы подъезжаем. Так, мне с тобой идти? Войдите в магазин. Хорошо. Так, пистолет я не буду убирать. Мало ли. Америка, свободная страна. Ношение оружия тоже. У меня есть право.
Итак, господа и дамы, выбирайте, что вам придется по вкусу. Так, 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 нет. Нет, у него сейчас встреча, клянусь. Так, пошел прочь. Смотри, так сейчас уже никто не делает. Винтажная киска, ага. Стоило бы переводить на DVD. Сейчас тебе переведу. Так, снимать порнуху, а мы типа не уходим. Сфера влияния. Тогда бы мы... Ника, возьми и следи за Джессофом. Хорошо. Да, у нас и прибыли-то почти нет, а мне какая разница. Слушай, здоровяк, ты сильный, здоровый выглядишь. Могли бы снять тебя в одном из наших фильмов. Просто используй для фокусирования прицела на ноге противника. На, в колено. Просто старался быть милым. А сейчас я тебе прострелю. Так, деньги для господина Фауста. Но тут не все. Нужно было подумать об этом раньше. Я особенный, мне суждено быть звездой. Не трогай меня, я же звезда. Пошли. Следующий за... Он выйдет из магазина. На. Не быть тебе звездой. Звездой буду я. Господа и дамы, выбирайте, кому какой. Вот такой, такой, такой. Засуньте копам. Они это заслужили. Мы едем на переулок рядом с Dillon Street. Так. О, в оружейную лавку. Ну, наконец-то. Наконец. Садись, человечек. Друг ты мой сердечный. Ну, наконец-то. Так, моя поездка сокращается. Итак, вот мы приехали. Теперь та лавка открыта, была закрыта. Мы тут во все двери стучались. Все. Выходим. Выбери, что тебе нравится, чтобы записали на твой счет. Хорошо. В оружейных лавках можно покупать оружие. Ох, я сейчас все себе понакуплю. Для начала. В магазинах регулярно завозят новые товары. Если вы не нашли того, что искали, приходите позже. Это просто прекрасно. Так. Это. Купите пистолет. Так, купите пистолет. Так, образец скоро. Так. Для начала возьмем биту. Так, подожди, стой. Куда ты бежишь? Образец скоро в продаже, значит его нету. Так, хорошо. Скоро в продаже. Ну вот эту давай. О. Возьмем. Приобретение, нажмите это. Хорошо. Так. Чтобы купить патроны, нажмите это. Хорош, ладно. Приобрести важно. У вас уже есть бита, так. Вот что мне надо. Образец скоро в продаже. Так, калаш. Ой, не зажигательную смесь тоже берем. Скоро в продаже, блин, нету. Скоро в продаже. Калаш. Калаш мы берем. Так, калаша нет, понятно. Дробовик. Скоро в продаже. Вот дробовичок возьмем. И патроны к нему. Давайте патроны к нему. Хватит. Снайперская винтовка. Очень нужна. Эй. Блин. Бронежилет. Нажмите купить бронежилет. Бронежилет куплен. Образец скоро в продаже. Что тут еще в продаже скоро? Гранат? Нет.
Так, так не поступить, да? Было плохо. Ладно. Хоть и это взяли, и то хлеб. Drive us to Mr. Faustin. Радио поменяли. Так, едем. Страшно? Сам боюсь. Так, мистер Фауст. Приедем потом. Закупимся. Михаил was a great man. He had a temper, but he was fair. Now he blows his top at the slightest thing. Пристрелим кого-нибудь. I never know who he will shoot, who he will stab. Андрей, who you met in Михаил's basement. He was always вот loyal. Вот. He was a good worker. Все у нас через одно место. I guess that is why we need your help. Remind Faust. Нормально спустились. Maybe then he will not try to kill you. Никто же не пострадал. Я имею в виду я. Никто не пострадал, я имею в виду я. Так. И куда мы едем? В парк? На спортивную площадку? Ну, спортивная площадка, так. Где моего брата прессовали? Тихо, 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 тихо. Так. Мне жизни бы еще подправить. Ну ладно. Не суть. Ой. А я как сюда? Въехал-то. Вот так, вот так, вот так. О, а, так нет, я домой идти. Ты меня за покупками возил. Какая прелесть. Ладно. На этом, как я понимаю, миссия закончена будет, когда я тебя довезу, правильно? Я тебя понимаю. Думаю, да. Спасибо за помощь, Ника. Заезжай к нам в клуб. Глядишь, Михаил успокоится. Хорошо. Так и поступим. Итак, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока.